Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 40 нарушений правил дорожного движения. Один автолюбитель не предоставил преимущество движения пешеходам. Два водителя были задержаны за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Один, будучи лишенным прав. Три автолюбителя проскочили на запрещающий сигнал светофора. Двое не оплатили штрафы в установленный законом срок. 10 водителей были наказаны за нечитаемые госномера и один за чрезмерную тренировку автомобиля. Зафиксировано одно нарушение правил поведения на дороге со стороны пешехода. Помимо этого, сотрудники ГИБДД один раз выезжали на дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за прошедшие сутки были зафиксированы 2 кражи, 1 факт сбыта наркотиков, 5 мелких хищений, 1 задержание, 1 повреждение чужого имущества и 5 административных правонарушений. 20 раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригады скорой помощи совершили 195 выездов. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 14 человек. 20 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 9 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 10 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 3 выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 6 малышей. 1 мальчик и 5 девочек. Пусть окружение будет ярким и приятным. Оригинальные современные обои для любого интерьера. По лучшим ценам в городе. Бумажные, флизелиновые, обои под покраску, фотообои. Широкая цветовая гамма, всевозможные оттенки и актуальные фактуры не оставят вас равнодушными. Также карнизы, молдинги, кисточки, валики, клей и гарантия качества. Опытные консультанты помогут подобрать то, что нужно именно вам. Центр обои. Искусство создавать уют. На Ленина 41.